Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia G10 перейти в безопасный режим. Для этого в первую очередь зажимаем кнопку включения. И когда появляется менюшка выключения телефона, зажимаем палец на кнопке выключить. Нам предлагают переход в безопасный режим. Нажимаем ОК. И после этого телефон будет перезапущен в безопасном режиме. И как видите, надпись снизу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением тому, что мы находимся в безопасном режиме. Если же хотите выйти из данного режима, просто перезапускаем наш телефон, и он будет перезапущен в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!